Всем привет! В этом видео покажу вам несколько способов, которыми я пользуюсь для выбора и подсчета блоков, в том числе динамических. Для примера возьмем файл, в нем расставлены светильники, каждый тип которых выполнен отдельным блоком, то есть светильник 1, светильник 5, светильник 2 и так далее. А также есть динамические блоки с различными видимостями. Мы их тоже будем считать. Сначала покажу вам стандартные способы, которые встроены в AutoCAD для подсчета блоков, а потом перейдем на дополнительные приложения. Поэтому рекомендую посмотреть видео до конца. Какие-то из способов вам понравятся, какие-то нет. Выберите сами. Итак, первым делом рассмотрим вариант выбора аналогичных блоков. То есть в данном случае, если вам необходимо посчитать конкретный тип блоков с определенным именем, выбираем этот блок. Нажимаем правую кнопку и выбрать подобное. После чего в свойствах можно посмотреть итоговое количество данных блоков. Вот 193 одинаковых блока. Второй стандартный способ — это использование команды bCount. Вводим команду в командную строку, нажимаем Enter. И выбираем участок чертежа, в котором необходимо выполнить подсчет. Enter. В командной строке появляется информация о всех блоках и их количестве. Недостатком такого способа является отсутствие подсчета динамических блоков. То есть в данном случае не посчитаны выключатели, розетки и стояки. Третий способ – это использование функции быстрого выбора. Запускаем команду «быстрый выбор», выбираем вхождение блока, имя. И в зависимости от того, требуется нам выбрать блоки с одинаковым именем или с именем, похожим друг на друга, выбираем «равно», светильник 1. Вот они все выбрались. Также есть возможность выбрать все светильники на данном чертеже. Имена всех блоков со светильниками начинаются у меня со слова «светильник». Поэтому переходим в «быстрый выбор», «вхождение блока», «имя». И здесь в операторе выбираем «поиск с глобальными символами». После чего пишем «светильник» и нажимаем звездочку. Звездочка означает переменная часть имени. В одном из предыдущих видео я показывал, как пользоваться данной функцией. Ссылку можете увидеть справа вверху. Окей. Таким образом выбрали все блоки, имена которых схожи. В данном случае начинается слово «светильник». Далее переходим к способам, которые требуют установки дополнительного приложения. В основном я ими и пользуюсь. Переходим в управление, загрузить приложение. И первое приложение называется Count, то есть подсчет. Загружаем его. У меня уже загружено. Вводим команду Count, созвучную с названием приложения. И выбираем участок чертежа, на котором необходимо выполнить подсчет блоков. Нажимаем Enter. Необходимо далее указать точку вставки таблицы. Вот такая вставляется таблица со всеми блоками, которые удалось посчитать. Данное приложение имеет недостаток. Блоки, которые имеют различные видимости, в данном случае это у меня розетки, стояки и выключатели, объединяются в одну строку и подсчитывается суммарное количество всех блоков с разными видимостями. В остальном программа работает замечательно. Второе приложение, которое позволяет посчитать все динамические блоки, включая их видимости, называется dbCount. Загружаем приложение. Вводим команду dbCount. В
выбираем либо все блоки на чертеже, либо определяем зону на чертеже. Выводится такое окно, в котором отображаются как статические блоки, так и динамические блоки. Вот, например, выключатель, суммарное количество выключателей и различное количество в зависимости от видимости. Можно экспортировать эти данные, например, в Excel. Открываем. Еще одна программа, которая позволяет выбрать динамические блоки с определенной видимостью. Например, мы хотим выбрать выключатели, встраиваемые с IP20. Все остальные нас не интересуют. Для этого загружаем приложение SSD. Вводим команду SSD. И выбираем блок с данной видимостью, которая нас интересует. Выводится окошко, в котором программа определяет видимость блока и предлагает выполнить выбор по всему чертежу или выбор определенной зоны. Выбираем первый этаж, нажимаем Enter. И все выключатели такого типа выбираются, после чего можно посмотреть их количество. Спасибо за внимание. Надеюсь, видео было полезным. Пробуйте различные способы. Что-то вам понравится, что-то нет. Пишите свои отзывы о данных способах. Возможно, вы знаете другие способы выбора и подсчета блоков. Всем всего хорошего. Пока.